Дорогие друзья, всем добрый вечер. У нас вечер. Как вы заметили, мы убрали бассейн. Я сейчас вышла на улицу. Хочу сказать всем огромное спасибо за ваши поздравления. За то, что вы все поздравили сегодня Ильюшу с днем рождения. Честно скажу, мы ничего не праздновали. Мы купили подарки, подарили ему. Я, конечно, ему денежкой подарила. Потому что он уже мальчик большой, и он хочет идти с друзьями. Он ушел, по крайней мере, с друзьями праздновать. Но все ваши поздравления он сам читает в своем телефоне. Он смотрит, он даже сегодня нескольким ответил, спасибо написал. Поэтому вот как-то так. Тайсон, мы сейчас на улице, ждем машину. Нам должны привезти еще брус. Света, Маша на улице, там Оксана. Оксана, на дорогу мы не выходим. И вот наш Тайсон. У Тайсона все хорошо, да, Тайсон? Ты у нас мальчик хороший. Тайсона у нас все хорошо. Нет. Да, автобус едет. Пусть едут. Девочки играют. Света, вы торт поели? Вкусный торт? Да. Весь ответ, да. Они готовят подарок для Ильюшкиной подруги. Да пускай знает. Вот, машина приехала, нам привезли брус. Сейчас будут выгружать. Маша, уходи оттуда. Уходи оттуда, там будет. Оксана уходит оттуда. Да пускай. Это не доски, это брус. Вон там на под горкой лежит. Принеси пакет красный. Света несет. Сейчас там мы водителю взяли кофе. Всем спасибо за ваши поздравления. Некоторые написали в контакты. О, они сегодня бухают. Ребят, я перед вами стою пьяная. Прямо аж на ногах стоять не могу. Может, как-то покачаться хотя бы, что ли? Она вон стоит. Сзади вон тебе! Сбоку. Сзади, сзади тебе! Да, вообще! Да, палка стоит! Папа ничего не видит. Где палка? С кабан. Вот этот, с кабан железный. Не было. Я не знаю, где. Но мы когда все время открывали, их уже не было. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас. Сегодня ничего не снимала. Нашли ее. А, нашли? Ну, значит, отвалилась она. Я-то здесь при чем? У него скобы отвалились, я виновата осталась. Нормально? Девочки гуляют, поели торт и все им довольны. Выходной сегодня? Конечно, выходной. Ты же в садик сегодня не пошла, выходной. Сейчас покажу вам их. Мариночка гуляет. Оксинка гуляет. Машенька качается. А Света с Катей за мной прячутся, они не хотят сниматься. Да, я вижу, как вы просто ходите. Маша, торт вкусный был? Все поели торт. Мы сегодня не стали ничего праздновать. Просто Ильюше я подарила денежкой. А девочки ему свои подарки сделали. Света тоже денежкой подарила и шоколадку. Егорка денежкой подарил. Маша, а ты что подарила? Вот он, семечки и сухарики. И сухарики, да. Мы ничего не снимали, потому что я знаю, что я многие тоже, опять комментарии. Ты тоже что дарила? Лимонад и этот, шоколадку. Да. Я не знаю, как у нас такие подарки, да, Света? Прости. А ты чего, Окси, дарила? Ничего. Ничего. Ты просто поздравила, да? Угу. Ну, ты еще маленькая, ничего. Поэтому вот так а вот. Маленькая ему букетик делает. А Марина, букетик для Ильюши собираешь? Ты сегодня все ноги себе фломастером, смотрите, изрисовала, даже не отмывается. Ильюша ушел гулять со своими друзьями. Для кого? Для Снежаны. Для подруги Ильюшиной. У нее скоро день рождения. И где... Так что, Снежана, если ты нас смотришь, готовься. А кто? Девушка. Ну, девушка. Так подруга тоже это подразумевается. Так что, Снежана, готовься. В свое день рождения ты будешь проходить квест. От моих детей. Что делаешь?
Они тебе готовят квест на день рождения. Где папа? Вот он. А, папа работает. Ой, папа без футболки. Иди, Света, помоги папе там убрать. Ну, папу не будем снимать, потому что папа без футболки. Ребята, у нас вечер, и мне привезли ягоду. Я купила ягоду, взяла, получается, 12 литров черники. Мужу некогда ходить в лес. Я тоже детей одних оставить не могу, поэтому вот немножко прикупила. Потом сами еще, конечно, тоже в лес пойдем. Но вот пока есть, взяла. Заплатила 1800 за 12 литров. Сейчас моя задача ее перебрать. Я сейчас буду перебирать всю эту ягоду от листочков и засыплю сахаром на ночь, а завтра муж выходной дома, попрошу, чтобы он мне на летней кухне затопил печку и буду варить варенье. В целом ягода неплохая. У нас, говорят, нынче ее мало, но не знаю. Я здесь немножко выходила. Ну, я тогда не снимала, ничего не стала. Чисто это посмотреть, ну, мало было. Набрала маленьким чисто стаканчик. Поели они. У нас время уже 12 часов доходит. Я, как всегда, не сплю. Смонтировала видео за вчерашний день. Выпустила его. И вот что-то... Целый день бегаешь, 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 бегаешь. Одно, второе, пятое, десятое. Про телефон забываешь, что что-то надо поснимать. Поэтому вот как-то так. Да, я знаю, что вы сейчас напишите. Блин, рядом с лесом живете, а сходить не можете. Пока сейчас... Не, видите, вот у многих есть бабушки, которые помогают. Где-то с детьми посидеть, где-то что-то еще как-то. У меня не на кого надеяться. У нас, получается, я и муж. Нам не на кого надеяться. Свекровь болеет, она никуда не ходит, она дома сидит. У нее давление, голова болит, поэтому я на нее даже и не надеюсь. Тем более, человек уже не молодой, человек уже пожилой. Ни на кого не надеемся. Мы сами, что сможем сами, то сделаем. Поэтому как-то так. Переберем ягоды, по идее, ничего так нормальное. Я вот нынче что не успела, это я не успела, знаете, вишню купить. Все хотела вишню купить. И не успела. Ё-моё. Ладно, ребят, сейчас переберу и вернусь к вам. Ребята, мы нашли раненую птичку. Но папа нашел. Мы ее вот так вот в клетку. Она, видать, раненая, раз она не может летать. И мы ее в клетку посадили. Вот это. Подожди, руку убери. Вот такая вот. Не знаем, кто такая. Напишите нам. На питье у нас поилка где-то для попугаев есть. И корм надо насыпать, накормить ее. Сейчас клетку другую найдем. Это просто мы посадили пока ее сюда. У нас клетки есть. Сейчас найдем. Ванечка довольный. Вон все здесь. Все смотрят. Ладно. Сейчас будем кормить и поить ее. Всем доброе утро. Мы идем в садик. Ванечка, скажи всем привет. Вань, всем привет. Вам машут ручки. Тут же Мариночка идет со Светой. Да, Марина? Да. И мы идем потихоньку. У нас сегодня, ребята, такой ночью был, можно сказать, ураган. И ветер сильный, и дождь, и все вместе. Это вообще что-то с чем-то. У меня форточки всю ночь грохотали. Одна даже, по-моему, сломалась форточка. Ой, господи. У мальчиков-то я знаю. Еще одна сломалась, походу, дело сегодня ночью форточка. От такого грохота. Вроде ее закрыли, а она все равно от сильного ветра открылась.
Ладно, мы идем в садик отводить ребятишек и потом домой пойдем. Всем добрый день, у нас новый день, новый влог, да, как бы в целом ничего не снимала, вчера вообще ничего не снимала, но расскажу вкратце, что было. Сварили вчера мы варенье, но не все пока еще сварила я из черники варенье. Вчера приезжали гости в баню, обувь перебирали, потом очень много выкинули на помойку. Сейчас мы съездили в город Сбербанк взять выписки по кредитам по нашим и зашли в магазин, также кое-какие покупки сделали. Сейчас покажу, что купили. В целом две булки черного я взяла. Так, сейчас подниму пакет. Две черного. 2 литра молока. Так. И детям сыр голландский по 75 рублей, по-моему. С чаем они пьют. 3 кусочка взяла. Дальше мы заходили в Фикс Прайс. Я взяла железные мочалочки такие для посуды, кастрюли где-то что-то снаружи оттирать, чтобы не было накипи. Также взяла еще одну массажку. У нас с массажками проблемы постоянно не хватает. Я такую уже брала, сейчас вот другую взяла. У нас черная такая же массажка. Катя, нам убирай все. Дальше взяла влажные салфетки. Дома должны быть всегда влажные салфетки. На, прибирай все, расческу прибирай. Также взяла Мариночки шортики в этот раз. Вот такие вот одни взяла. И одни вот такие вот в садик. Ей надо ходить. Да, многие мне написали, почему вы одной Марине берете. Нет, ребят, я всем беру. Просто Марине в садик надо, а остальные пока дома сидят. Поэтому вот так вот. Дальше взяла плавочки тоже Мариночки в садик. Вот такая вот расцветочка. Потом вот такие вот. И вот такие вот. 3 пары плавочек взяла. Моющиеся губки, они у нас очень быстро заканчиваются. Прибирайте, девочки. Так, свое нижнее белье я показывать вам не буду. Дальше потом 2 чая зеленых. Обожаем после его. Также взяла себе вот такие вот слитки. Тряпичные, не капроновые, а тряпичные. Которые Васильки я брала. Мне они ненадолго хватают. Поэтому вот такие вот взяла. Пакетики взяла у нас тоже, они очень быстро заканчиваются. Также сухофрукты, арахисовая смесь. 3 пакетика мы взяли, дети их просто обожают. Девочки, разбирайте, сейчас все посыпется. Так, жевательные конфетки тоже дети очень любят. Говорю, посыпется все, все 0 эмоций стоят. А не надо, говорит, ничего прибирать. Да. Нормально. Муж себе взял носки на работу, дешевые по 25 рублей, 4 пары. Также взяла клей вот такой вот, то есть еще один должен быть в другом пакете, наверное. И маленьким, когда в садик пойду, вот такие вот конфетки взяла, но это все, по идее. Тут смесь разных конфеток, раньше просто были прозрачные желейки, а тут сейчас разные. Это так, первый пакет, все, сейчас покажу, что во втором пакете. Потихоньку дальше закупаюсь в кошколе. Мне надо было еще цветной картон, цветную бумагу и мелованную бумагу. Поэтому взяла еще упаковку толстую цветной бумаги. Она очень толстая. Девочки, прибирайте, сейчас все посыпется. Меня вообще никто не слышит. Цветной картон взяла, тоже толстая упаковочка. И мелованный картон взяла, тоже упаковочку, чтобы было. Дальше взяла пластилин. Вот такие вот 2 штуки взяла. И вот такой вот пластилин взяла. Убирайте это все по школе. Дальше взяла закладки для учебников по 4 штучки. Для тетради, для учебников, для дневников. Они магнитные, поэтому пока 2 упаковочки взяла. Потом еще докупим. Еще клей. Я вам говорила, что я несколько клеев взяла. И также клей еще взяла вот такой карандашами. Что-то где-то протекает, что ли, не пойму. А это папин сок, наверное, протек. Также зашла в Валберес, забрала заказ. Сейчас покажу, что взяла. В Валбересе у нас есть группа, где мы скидки всякие выкладывают, ссылочки на скидки. Я там увидала ссылку на футболку, вот такую вот. Вот такая вот футболочка женская. Что-то она мне вышла в 70 с чем-то рублей. Такая вот футболка классная. С принцесской. Папа пришел.
Я знаю, что папа пришел. И что теперь? И также взяла вот такие вот конфетки детям. Да, вы многие пишете, что химию покупаете детям. Ну, есть возможность, я куплю им. Сейчас я покажу, какие я взяла. Вот такие вот конфетки взяла, жевательные. Они упаковочки. Две упаковки у меня вышли на 100 рублей, короче говоря. В каждой упаковке по 60 штук. 50 рублей. Это надолго хватит. Там 100 с чем-то рублей вышло за две упаковочки, поэтому это классно. Вот такие вот в целом у меня все были покупочки. А, ну еще томатную пасту мы взяли, муж ее прибрал. И жвачку я взяла, арахисовую смесь. Егорка уже открыл, тут сидит, поедает. Все вот поедает. Такая вот она внутри, видите, там все, что можно, все есть. И конфетки, и всякое такое. Дети ее просто обожают, мы постоянно покупаем по 3, по 5 иногда упаковок. Когда как. Катя сегодня себе кудряшки сделала. Ладно, дорогие друзья, я сейчас попью кофе и пойду в садик. Тейсон, я тебе сейчас с садика приду, буду проверять на клеща. Сказали, что подписчик мне написал, говорит, такой симптом, как у него был, может быть, еще из-за клещей. Да, Тейсон? Что там, Света, да, Тейсон идет? Света там идет, ой, радуется Свете. Вот вы говорите, он голодный, смотрите, он вывалил все, что ему дали. Вот ему сварили, он все вывалил, видите? Он не ест ничего. Что там, Света? Да? Свет, подойди к нему поближе. Ну, подойди, покажем подписчикам, как он прыгает. Так, ты близко не подходи, просто подойди и посмотри. Видите, Света идет, он сразу радуется. Нам написали, что он от того, что голодный, якобы так прыгает. Видите, вот Света подходит, он радуется. Дай лапу. Лапу дал, молодец, лапу дал. Хороший мальчик. Что? А что, она уже приходила, Снежана? Да. И что вы ей подарили? Тапочки твои почему там? Потом вот эти вот бумажки уберите, будьте добры. Это не мои тапочки. А это что здесь такое? Подожди, я сейчас почту вещи проверю. Ладно, идем в садик потихоньку. Потихоньку идем в садик. Ребята, ремонт пока еще ничего не делается, потому что надо, чтобы брус вылежался. Нам сказали хотя бы, чтобы неделю-полторы, чтобы он пролежал, немножко подсох, потому что он сразу из-под станка. Если его сейчас обработать и поставить, он очень быстро сгниет. Поэтому мы пока ничего не делаем. Выжидаем, когда брус вылежит у нас. Поэтому ждем. Никакого ремонта пока нету. Как начнется, вы первые об этом узнаете, так что не переживайте. Почему видео не снимала? Просто отдыхала. От некоторых ваших комментариев, почитав, у меня опять давление подскочило. Поэтому никакого желания не было даже снимать. Хотелось просто рыдать. И все. Ну, я вам больше не покажу свои ни слезы, ничего. Ни эмоции. Ладно, идем в садик. Забрали мы уже ребятишек. Идем. Марина на самокате. Ваня на коляске. Ну, на велике. На своем. И идем до дома. Мариночка, подожди, машина проедет. Руку дай. Там еще машина, по-моему, едет. Еще машина едет. Мы сейчас дорогу перейдем, пойдем домой. Все, наконец-то все машины проехали. Можем идти спокойно до дома. Мариночке нравится каждый раз. Вечером берем самокат с собой. Она едет сама на самокате. Ну, по асфальту, по камням Света несет на руках. Ну, так мы делаем только, когда Света со мной. Когда я одна хожу, я не беру себе самокат. Потому что таскать и велик, и самокат, это тяжеловато будет.
Утром сегодня Марина с собой зонтик брала, потому что моросила немножко, но в концовке дождика нет, зонтик обратно идет. Да, Ваня? Сегодня как-то странно, у Вани нету засянок в садике. Всегда целую кучу забираешь, а тут нету ничего, даже странно. Света уже новую футболку одела. Света, покажи, повернись. Вот так вот она на ней хорошо смотрится, футболочка. Она... Давайте на остановке постоим, пока мальчики пройдут. Они вон уже остановились. Ладно, шагайте. Ладно, идем домой.